Проводить зиму, отметив Масленицу. Но не широкими гуляниями, а скорее по-семейному. Такой праздник организовали во Дворце ветеранов в рамках проекта «Берегиня земли Самарской» для актива городской организации инвалидов. У нас объединились и разные общественные организации. У нас приехал коллектив из Кинеля. У нас разные коллективы творческие. То есть идет объединение людей, идет моральное. Вот такая визуальная поддержка людям, что наша жизнь продолжается, что она не заканчивается. Обязательный атрибут праздника, конечно, блины. Все по традициям широкой масленицы, песни, частушки и забавы. Сегодня у нас во дворце масленица. Это один из праздников, который мы очень любим, потому что это действительно праздник весны, радости, обновления, соединения, возрождения. Сегодня в празднике задействованы силы творческих коллективов нашего любимого дворца. Театральная студия, вокальные коллективы, танцевальные коллективы. Масленичная неделя продлится до 6 марта. Все праздничные локации доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.